Конечно, надо сказать большое спасибо организаторам сегодняшнего форума «Цифровой суверенитет в условиях информационной войны». И не надо стесняться, действительно, сегодня ведется беспрецедентная информационная война против Российской Федерации. Нам всем надо это осознать, понять и аккумулировать все силы лучших журналистов, блогеров для того, чтобы противостоять информационному воздействию, негативному воздействию наших противников. Конечно же, надо развивать свои собственные интернет-ресурсы. Для этого все у нас есть. Просто надо работать активнее. И этот форум, конечно, сегодня ответит на многие вопросы, которые будут заданы и участникам, и спикерам, и представителям информационного сообщества, федеральных органов исполнительной власти, законодателям. В итоге, наверное, родятся очень правильные предложения, которые будут аккумулированы и будут использованы в нашей общей совместной работе.